Еженедельное совещание с главой Химок традиционно начали с обращений граждан на портале Добродел. На минувшей неделе много жалоб поступило от жителей домов на улице Германа Титова. Им в квитанциях пришла двойная оплата за парковку от разных организаций. Я поручаю на этой неделе туда отправиться Игорю Петровичу Панчуку, Соловьеву Александру Геннадьевичу по принадлежности, разобраться, привести порядок, выяснить, как так происходит, на основании чего компания управляет парковкой, с кем она заключила договор, кто ей разрешает выставлять счета, сколько на эти, то, что это за счета и так далее. И подготовить подробный доклад мне, начальнику УВД. Между тем, химчане, кто исправно оплачивает счета за ЖКХ, смогут получить коммунальный бонус. Эта программа действует по всей Московской области с мая этого года. Оплачивая счета в онлайн-кабинете или на сайте Мособлъерц, горожане получают подарки и купоны. Условие одно – не допускать просрочек. Сейчас на портале зарегистрировано 22 тысячи химчан. После полной оплаты коммунальных счетов дисциплинированный плательщик автоматически попадает на страницу программы «Коммунальный бонус», где собраны десятки интересных выгодных предложений. О темпах вакцинации рассказала заместитель главы Химок Ирина Теслева. На сегодняшний день в округе прививку поставили без малого 119 тысяч жителей. Ирина Теслева отметила, что химчанам лучше поспешить с вакцинацией, пока не наступил сезон традиционных вирусных инфекций. У нас начинается сезон вирусных заболеваний. Буквально через пару недель мы начнем активно вакцинировать от гриппа. Это наша традиционная работа. И я хотела бы напомнить, что очень серьезное осложнение, если вирусное заболевание накладывается на коронавирусную инфекцию. Поэтому призываю всех вакцинироваться, у кого прошло более полугода, принимать решение о ревакцинации. На оперативном совещании также анонсировали акцию «Наш лес, посади дерево». Она стартует в Химках 11 сентября и продлится до конца месяца. Деревья будут сажать во всех микрорайонах округа.